По утверждению издания «Милет» и его обозревателя Сины Калуглу, телеканал Fox принял решение завершить сериал «Запретный плод» в этом сезоне. Внимание! В Турции осенний сезон считается отдельно, то есть сериал «Фатиха Аксоя» должен сделать финал уже к концу этого года. Причина – усталость съемочной группы от скандалов вокруг проекта. И актеры, и персонал просят продюсеров не затягивать историю и поскорее завершить сериал. Вполне возможно, что и продюсеры порядочно устали от постоянных скандалов и решили поставить точку в этой затянувшейся истории. Пока рейтинги достаточно хороши и завершать такой проект не очень хочется. Однако выхода, похоже, нет. Придется делать финал. Чтобы знать последние новости турецкого шоу-бизнеса и другие интересные факты, подписывайтесь на наш канал Теми на YouTube.